Северском районе продолжаются открытые сессии представительных органов по итогам 2020 года. 19 января прошла очередная встреча в селе Михайловском. В ней приняли участие глава Северского района Адам Джарим, его заместители, депутаты и жители поселения. С отчетом о проделанной работе за 2020 год и планами на 2021 год выступила исполняющая обязанности главы Михайловского сельского поселения Людмила Сорокина. Бюджет поселения дотационный. Из краевого бюджета в 2020 году поступило 10 миллионов 105 тысяч 600 рублей в виде дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Расходы бюджета исполнены на 96%, что составляет 19 миллионов рублей. Все мероприятия в 2020 году выполнены в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В течение прошлого года проведены работы по отсыпке и градированию дорог. Для соблюдения безопасности дорожного движения в поселении оборудованы искусственные неровности, обновлены дорожные знаки и разметка пешеходный переход. Выполнена реконструкция уличного освещения. В селе Михайловском построена и 1 декабря 2020 года торжественно открыта спортивная игровая площадка. Также жители поселения задали интересующие вопросы главе Северского района о бесперебойном снабжении электроэнергии, о дальнейшем благоустройстве улиц и об устройстве остановок общественного транспорта. Все замечания выслушаны и поставлены на контроль для последующего решения.